Всем привет, Blender 2.91, и вот такой вопрос хотелось бы разобрать в этом ролике, как привязать волос к ригу, вот именно к персонажу, чтобы он работал вот в таком вот макаре. Так. Вот, голова работает. Давайте посмотрим, как работает теперь волос. Так, есть, конечно, артефакты. Это нужно тоже поправлять. Волос вот соседний тянет. Можно вот эти полигоны просто чуть-чуть поудалить. И будет все нормально. Или подкорректировать еще. Как-то разъединить и перевязать это все дело. Ну, а так все работает. Вот если выбирать. Вот колыхание ветра, в принципе, можно сделать. Если настроить copy rotation, и вот будет все, в принципе, интересно. Будет все хорошо. Так, R, G. Так. Ну вот, по прошлым роликам, вот как всегда, руки все работают. Ctrl-Z. Ноги также приседает. G. Единственное, что вот нужно с рукавами разобраться. Как это все дело делать. Если кто-то знает, посоветуйте. Или пришлите ссылку какую-то на ту информацию, которая поможет именно вот заанимировать, привязать вот эту одежду вот такими рукавами. Так, ну таких проблем тоже с ней нету. Просто тут полигон один привязался к косточке. Нужно его этим весами подрисовать и все. Так, давайте рассмотрим суть вопроса именно волос. Итак, смотрим, в чем косяк. Выбираем, допустим, вот кости и заходим в Pose Mode. Если сейчас мы начнем тянуть вот эти косточки, то увидите, что кости за собой тянут лицо. Почему? Потому что кости я объединил, в принципе, волос я объединил с персонажем. Так делать не надо. Ну, я просто экспериментировал, думал, а вдруг выгорит этот вопрос, который я хотел попробовать. Не получилось. Ну, вот решил вот вам показать, что происходит, когда волос связан именно с персонажем. Давайте попробуем все это дело перевязать. Open. Кубо. Выбираем, значит, что? Выбираем вот этот рик. Делаем Shift-D. Уводим его в бок. Сразу мы его подкорректируем в Edit Mode. Вот эту часть всю Delete. Delete Bone. Удаляем ненужные косточки. Так, ну вот эту косточку. И косточка на глаз идет. Бон. Так, смотрим. Вот они еще кости глаз. Delete bone. А вот эту косточку головную, но она теперь будет типа волосяная. Мы ее чуть уменьшим и в бок вот так отведем. Все, волос к ней привязан. Теперь заходим в Object Mode. Выбираем этого персонажа. Единица на нампаде. Заходим в Edit Mode и делаем все наоборот. Теперь здесь удаляем именно вот этот волос. Так, Delete Bone. Единица на numpad. И заходим теперь опять же в Object Mode. Выбираем вот этот волос. Вот этот. И подставляем его на место. Конечно, предварительно нужно все это дело тут подгадать. Вы видите, что здесь какие-то косточки не доходят, какие-то ушли. Что-то, возможно, изменилось. Ну, где-то вот так. Вот в таком варианте. Как это все дело присоединить? Выбираем эти косточки и вот эти. Сначала выбираем вот эти кости, прически. А потом вот эти косточки. Сначала прическу прикрепляем Ctrl-P
with automatic widget. Вот не оставляйте вот такие волосы, которые без костей. Надо все это дело хорошо привязывать, просматривать. Так, теперь что делаем? Вот эти персонажа привязываем к этой косточке. Ctrl-P with automatic widget. К скелету точнее. Ну а теперь выбираем кости прически и кости персонажа. Заходим в Pose Mode. Выбираем косточку головы и Ctrl-P сочетание клавиш. Нажимаем Bone. Теперь получается вот эта кость. Так, вот эта кость. Ctrl-P, Bone. Она будет двигаться постоянно за головной костью. Вариант еще в чем? Если вы выберете только персонажа, кости, и зайдете в Pose Mode, то вы будете двигать R персонажем, допустим, вот так вот. Кости будет у вас прическа на голове, но она не рабочая. Вы не сможете ее поправлять, делать ей анимацию. Чтобы это все изменить, заходите в Object Mode, выбираете обе вот эти части костей и заходите в Pose Mode. Теперь вы можете просто вот этой косточкой водить. Вот тут еще есть волос, который можно привязать. Видите, нужно с этим быть повнимательней. Так, ну такая штука. А эти косточки вы сможете вот теперь поправлять, ими работать. Вот так, ну вот какие-то тянут на себя, нужно вот эти кости еще в Edit Mode немножко поточнее приблизить вот к этому волосу. Возможно, даже выбрав волос, вот этот. Так, что у нас тут еще какой-то волос оставался, по-моему. Да, вот этот, нет. Вот этот и вот этот. Ctrl-J, сочетание клавиш. И опять же, можно все это дело перевязать. Ctrl-P, with automatic widget. Так, что еще хотелось показать? А как надуть волос? Вот, допустим, он у вас будет тонковатый. Заходите, выбираете волос, заходите в модификаторы, находите модификатор Solidify, и вы сможете вот волос чуть-чуть надуть. Вот так вот. Ctrl-Z. Так, что тут получается? Еще забытые волосы. Ctrl-J, Ctrl-P. Так, это значит вот сюда. И Ctrl-P with automatic widget. Все это дело еще раз перевязываем. И вот с затылком. Вот волос затылка есть. Давайте посмотрим. Ctrl-J, я его объединю. Как его привязать? Если вы его будете привязывать к скелету вот этого персонажа, то у вас, возможно, будут артефакты. Чтобы этого дела не появилось, выбираем вот эти, так, вот эту прическу, выбираем вот эти кости, делаем Ctrl-P with empty group. Теперь выбираем только прическу, заходим в Data Transfer, находим нашего персонажа, Vertex Group, и привязываем все это дело к нему Apply. Так. Mirror применить. Ну и проверяем, выбираем косточки, заходим в Pose Mode. Вы видите, что никакой полигон не вылез. Это есть хорошо. Ну а теперь проверяем. Вот тут еще у меня одна часть. Ctrl-Z. Я ее все забываю. Так, она называется к волосу добавка. Ctrl-J. И перевязываем тогда это все. Если что-то вы забыли, вот в таком варианте, как я, то перевязывайте это все дело по новой. Ctrl-P. Вытянем тигру, и меньше будет у вас
геморроя потом. Так, дата трансфер. Опять же на персонажа. Vertex. Vertex GRU. Так. Ctrl-Z. И Apply. Проверяем опять. Postmod. Вот все работает. Никакой полигон ничего не тянет. Все зашибись. Также привязываем глаза, шмотки по прошлым роликам. И вот теперь мы сможем работать нормально с волосом. Вот таким вот образом. Здесь его теперь может ветер колыхать. Поднастроить его можно на Copy Rotation. Вывести какие-то дополнительные косточки, чтобы вот так вот двигать. Вот как глаза, допустим. Вот такая штука тоже. Выводим кость вперед и вот привязываем к какой-нибудь кости вот этой. Допустим, вот к этой. Сейчас покажу. Вот так. Через Shift, Ctrl, Shift, C. И, допустим, Track to. Заходим, выбираем модификаторы. Так, Constrain. YZ. И вот теперь мы сможем что делать? Вот следить, чтобы волосы следили вот за этим поворотом вот этой вот косточки. Итак, вот такой вопрос у меня вылез. И я решил снять этот ролик. Вдруг кому-то понравится такая информация. Все, всем пока, до свидания.